Ну что ж, друзья, продолжается у нас программа 13-го тура Суперлиги АФЛ. Встречаются команды Лион, бело-черные цвета, и команда Лечи. У них, соответственно, синие шорты, черные трусы и белые гетры. 15 туров, у них 24 очка, и их, в принципе, уже со второго места уже никто не потеснит, потому что у городка 17-20 баллов, и свою встречу они уже проиграли в среду. Бетис одержал победительную победу со счетом 7-3. В итоге Лечи теперь на втором месте закончит чемпионат. Право в оборот. Идем, Бетис, идем, право слева. Центральный защитник. Лечи — это Михаил Багаев, номер 19. Два поворота. Всегда. Далее линия полузащиты у Лечи представлена, не успел я назвать этого человека, который уже забивает гол, а здесь не нося. Вашему вниманию прошу любить и жаловать. Вот не видел я его в предыдущих поединках. Майков забивает первую чужую половину поля. Егор Курманов там принял. Пытается развернуться, Сабанов ставит ему корпус и оказывается на газоне. Нарушения правил нет. Курманов, прострельная передача. И Кудьяров ее прихватил. Подхватывает мяч, Арта Григорян разворачивает своего оппонента. Передача на Минасяна в подкате, Белокрылов. И Минасян в дальний угол, штангу мяч попадает. Оп. Находит Казаряна и Алик Элизянова обокрал. Выход 3 в 1. Минасян справа, слева Элизян. Пустые ворота. И, конечно же, гол. Да, вот такая вот ошибка в центре поля. Сами себе французы привезли этот мяч и позволили выиграть 3 в 1. Ну, а там такие мастера, как Григорян, Элизян, Минасян. Сборную Армении можно, так сказать, выстроить. Удар, и мяч что, летит в створ ворот и не долетает, но его досылает просто-напросто Артар Григорян. Да, Минасян уже там успел бросить мяч, тот завис где-то в районе линии ворот, отскочил к Григоряну, и Григорян просто в упор расстреливает ворота. Это уже Михаил Багаев пробьет сам, и быстро разыграл мяч Арта Григорян с Альбертом Минасяном. Минасян, как я говорю, что первую игру за Лечи проводит, по сути, да? Ой, сейчас как Багаев-то обыграл Джанибетяна и с носка направил мяч в ворота. Русский пыр, как известно, не знает дыр. И Михаил Багаев забивает 4-й гол своей команды. Право, это Егор Курманов. Передача в середину. А смотрите, как низко опустился Артак Григорян. Снова он правого полузащитника играет. Мимо Майкова мяч пролетел. Минасян, Хасянов уже вышел из ворот. Пытается сфалить, уже даже не получается. Минасян уже дважды его посадил на пятую точку. Григорян поддержал атаку, и все, гол. Майков мимо мяча-то проскочил, не понимаю. Да, и Минасян потом крутил, вертел, как хотел. В итоге дождался поддержки в лице Артака Григоряна. На скидка Базового. Григоряна, Элизяна. Ну что хотят, сегодня творят армянские кудесники. Элизяну. Ну и контроль мяча. Катенач. И вот сейчас Минасян забьет. Конечно, нет. Все, что, Элизян протаскивает дальше. Сейчас технично Григорян отдавал мяч. Майков, Григорян возвращает себе его пас на Кудьярова. Прострел. Спасает Белокрылов. Ну, нет, не Белокрылов, это был бой Лисенко. И все-таки мяч залетает в ворота от Владислава Кудьярова. Сейчас по фамилии. Сейчас перехватывает, наконец, Денис Базовой. Выход 4 в 4. Тадивасян. Прострел забить надо! Базовой делает это уверенно, технично, щекой положил мяч в угол. Никита Козюхин сейчас выглядит расстроенным. Конечно же, он мечтал о сухаре, но все-таки Леон сподобился на гол. Это чемпион пули. Да, команда Рома. А сейчас опасный момент. Протащил мяч Азамат Сабанов. Арта Григорян забивает гол. Третий мяч Артака Григоряна. Хет-трик, и Азамат Сабанов ему в этом ассистирует. 7-1. Ну и в этой игре, конечно же,
реванш не взять. Майков сейчас может сократить. Разрыв в счете. Что и делает Даниил. Передачу отдает на Егора Курманова. Тот направляет мяч в сетку. 7-2. С мячом Элизиан. Тонкая передача на Минасяна. И Григорян снова Минасян. И Аслан Емишев. Да, я вот говорил, что он умеет забивать. На дальней штанге подобедал эту передачу. Здорово там. Крутили четырехходовку. Элизиан, Григорян, Минасян. Андрей Сураев с мячом. Ну, Даниил Чертов уже все безмолвствует. А что тут скажешь? Каграманян бьет, Козюхин отбивает, там Казарян продолжает борьбу, падает. И что, нет пенальти? Назначается. 10-метровый удар, Казарян на себя берет и не забивает. Да, Никита Козюхин вытаскивает этот мяч. На этом у нас встреча завершается. Со счетом 8-2 победу одерживает команда Лечи.